Привет, друзья, подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. Тема «Как убрать сколы, царапины на автомобиле» актуальна для многих автовладельцев, и многие ищут легкие способы и решения этой проблемы. Как избавиться от этого нежелательного дефекта? Тут в этом видео я покажу вам абсолютно простой и новый метод, который понравится многим. Метод, да, новый, и ее найти в интернете не так просто. Так что слушаем внимательно и потом пишите ваше мнение в комментариях. Сейчас я перечислю методы, которые часто показываются и легко найти в онлайн. Как избавиться от этой неприятности. А потом покажу новый метод, о котором я тоже не знал. Итак, методы, которые легко можно найти в интернете. Первый – полировка деталей. Второй – ремонт специальным карандашом. Третий – точечная окраска. Четвертый – частичная или полная окраска. А сейчас расскажу и покажу самый простой и эффективный метод. Как многие уже знаете, эту машину я пригнал из Америки несколько месяцев назад. Некоторое время назад решил отполировать. Нашел в кавычках мастеров. Договорились, и через 2 дня машина была уже готова и забрал из мастерской. Автомобиль, как вы знаете, полируют с помощью различных средств. И в основном они почти все белые пасты. Сначала на краске кузова автомобиля наносится этот белая паста и потом полируется с помощью вот таких инструментов. Эта белая паста во время полировки разбрызгивается. Когда я приехал в мастерской забирать машину, то автомобиль был готов, но на кузове присутствовали брызги и белый пыль. Мастер говорит, сейчас машину увезите прямо на мойку и промоете с помощью керхеля. Эти белые пятна исчезнут. Успокоил он меня. Ну ладно, подумал я. Было уже поздно. Промыл машину и поставил в гараже. Так как у меня были другие дела, машину я осмотрел через несколько дней. И смотрю, что в основном белые пятна снова присутствуют на капоте. Ну ладно, снова подумал я. Снова иду на мойке, промыл машину и смотрю, что мойка не помогает. Белые пятна снова присутствуют на машине. Звоню к мастеру и объясняю ситуацию. Он говорит, нужно было пораньше позвонить, но не беда. В полстакана пищевого масла разбав лимонную кислоту и тряпочкой нанеси на эти белые пятна. Через примерно 15 минут промой. Протри машину, и все будет нормально. Ну ладно, 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 снова подумал я. Сделал, как мастер сказал, приготовил вот такой смесь, сделал всю процедуру, пила чуть лучше, но проблема не исчезла. Ну черт возьми, проклинал я тот день, когда я связался с этими мастерами. Было решено навестить этих мастеров, как только появится время. И вот сегодня случайно навестил знакомый мастер маляра. Поговорили, и хорошо, что вспомнил о моем проблеме. Показал машину, и он говорит, «Миша, пожалей нервы, и не надо навестить этих мудаков и ругать их. Просто они неопытные мастера». Давай-ка сейчас сходи в малярном магазине и купи 100 грамм Сонакс подходящего цвета. Это просто сколы, говорит он, и объяснил, как от них избавиться. Тут мне пояснило, и я тоже догадался, что это всего лишь сколы. Во время полировки в сколах затвердилась белая полировочная паста. Оно высохло там, и теперь невозможно избавиться от них. И глаз их легко замечает.
объяснил в магазине ситуацию и купил Sonax. Разбавили примерно по цвету, черную и серую. Заплатил всего лишь около 2 доллара. И сейчас вы смотрите, как я действую. Нужно тряпкой или мочалкой намазать те места, где видны эти белые пятна. Нужно подождать около полчаса и дать ему высохнуть. А потом протирать и убрать этот Sonax с кузова. Как вы видите, сейчас я это делаю для пробы, и эффект хорош. Белые пятна, которые образовались в сколах из-за белой полировочной пасты, постепенно пропитались темной пастой Sonax'а и теперь не видны. Они покрасились, и теперь глаз не воспринимает их. Так что, друзья, если на кузове вашей машины имеются сколы, царапины, рекомендую такой метод. Как вы поняли, Sonax пасту нужно выбрать по цвету кузова вашего автомобиля. Если краска кузова красного цвета, значит покупаем красную Sonax. Так что идея, по-моему, всем понятна. Мажем сколы и царапины Sonax'ом подходящего цвета, даем ей высохнуть и потом протираем мягкой тряпочкой. Вот посмотрите, даже на царапине нормально работает. Конечно, царапины не удалились, но после обработки Sonax'ом они не резко воспринимаются глазом. Потом, конечно, когда я найду свободное время, эти царапины на двери все равно придется отшлифовать и отполировать. Но временно и вот так пойдет. Пишите в комментариях, пользовались ли вы этим методом, довольны ли вы. Если пока не пользовались, просто попробуйте и потом напишите тут о вашем впечатлении. Ну и сейчас хочу попрощаться с вами, и если этот видео было для вас чем-то интересным и полезным, просьба подписаться на канал, нажать на колокольчик. И спасибо всем за внимание.